Доброе утро. Сегодня я иду в гости. Будет много чего интересного. Посмотрите. Поехали. Да, уже приехали. Давай. Это так, перекусить. Да. Давай, выходи. Вон Сонечка пришла, к тебе в гости, мамочка моя. Ой, ты мой легкий, красивый. Он сейчас разгуляется. Да. Он же сейчас, подожди, он освоится. Понимаешь, ты видишь? Ты видишь? Ты видишь, мамочка, такой красивый, да? Ой, ты такой красивый, да? Гоша хороший мальчик. Да? Это он вот так постоянно с этими крышками, да? Да. Вот, Ленчик, еще хлеб. Вот, извините, мамочек. Так, извините. Хороший мальчик. Гоша, хороший мальчик, да? Что мамочка нравится? Ой, такой красивый. Ой, какой красивый мальчик. Ой, какой красивый, да? Гоша, хороший. Иди сюда. Иди, мой хлопчик, красивый. А это ты такой? Ой, ты такой красивый, да? Ну что ты хочешь? Ну тебе тоже сердечко надо. Ну что ж я буду с тобой делать? Ты же захочешь девочку. А где я ее найду на стариконом, ту девочку? А ее же еще надо проверить, она девочка или нет. Понимаешь? Смотри. Ой, какой красивый. Да. Ну, автор похвалит, если сам себя. Они будут лопать, да? Гоша хороший. Гоша любит Леночку. Да, Гоша любит Леночку. В чем дело? В чем вот, дело? Ему нравится быть в центре внимания. Да. Наела, что уже... Иди полежи, мамочка. Это самое, что нужно сейчас. В чем дело? Ты мой мальчик красивый, да? А ты такой красивый. Ой, как ты хочешь. Давай, кусай. Ой, кусай. Можно? Да? Это не творожок. Но что ты сделаешь, мамочка, да? Мне вкусно? Да? А ты мой хлопчик красивый. А ты мой хлопчик красивый. А ты мой хлопчик красивый. Ты видишь, Валя? Саша, ну как его не любить?